Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Юморист Владимир Винокур вспомнил о том, как его забрали в больницу с ковидом. Своей историей телеведущий поделился с изданием «Звезда». По словам Винокура, его самочувствие резко ухудшилось во время выступления в столичном Дворце культуры. На сцену Владимир Натанович выходил уже не в очень хорошем состоянии. При этом артист подозревал у себя обычную простуду. «К концу меня качало уже», — рассказал он. Тогда директор набрал номер супруги Винокура Тамары Викторовны. Та, в свою очередь, позвонила приятелю Владимира Натановича. Именно друг народного артиста РСФСР вызвал медиков прямо на концертную площадку. На скорой юмориста доставили в клинический госпиталь Лапино. Некоторое время он провел в стенах медицинского учреждения. Телеведущий признался, что не мог дождаться дня выписки. Винокур мечтал поскорее вернуться к семье и к любимой профессии. К счастью, Владимиру Натановичу удалось довольно быстро восстановиться после болезни. Своеобразной панацеей для него стала работа. Артист заверил, привычные дела помогли ему встать на ноги. Сейчас знаменитость чувствует себя прекрасно. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.